Добрый день всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 9 февраля 2023 года. Какая ситуация в Одессе со светом? Ситуация, слава богу, начала потихонечку налаживаться. Значит, вчера я снимал несколько видео, записывал по поводу того, что нам долгое время не включают свет. Действительно, у нас света не было 13 часов. Значит, отключили его в 8 утра и включили аж в 9 вечера. И вот как в 9 вечера включили, сегодня аж в 10 утра его отключили. То есть свет был 13 часов, даже там немножечко больше, 13,5. Связано это может быть с тем, что сейчас идет тестирование графиков, которые ДТЭК анонсирует не позже, чем сегодня вечером. Был разговор с руководителем НЭК «Укрэнерго» об увеличении лимитов для Одесской области. Также благодаря подключению генераторов к объектам критической инфраструктуры и ряда мероприятий, о которых я не могу говорить в целом, нам удалось улучшить ситуацию в районе и городе. Об этом заявил глава областной военной администрации Максим Марченко. Также он добавил, что только за эту ночь по Одесскому району произошло более 100 локальных аварий. То есть, ну, на энергообъектах, так сказать, с трансформаторами, видя там на высоковольтных линиях. Ну, в подробности не вдаются, значит, 100 аварий было. Такая ситуация, друзья, на данный момент. Вот, свет дали, это уже радует. И, значит, что хочу сказать. В Одессе все спокойно, солнечная погодка. Замечательно, прекрасно и все хорошо. Обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео из Одессы. Всем желаю хорошего дня. До встречи в новых видео. Всем пока.